Всем привет! Сегодня у нас маникюр с продукцией торговой марки Fior. Данная продукция производится в Европе, Италии и Германии. Подарочек мне тут положили дотик. Приятно, спасибо. Гель-лаки плотные, самовыравнивающиеся, приятные консистенции, не жидкие и не густые. Работать ими очень удобно. Я этой продукцией очень довольна. Испробовала ее уже на многих своих клиентках, само собой на себе тоже испробовала. У меня нет никаких претензий, нареканий к данной продукции. Вот так выглядят гель-лаки под топом. Тот гель-лак, который оранжевый, он на самом деле неоновый розовый, но как бы я ни крутила свет и камеру, она так и не смогла у меня зафиксировать именно розовый, как на бутыльке, цвет. Ссылку на данную продукцию оставлю в описании под видео. Итак, перейдем к моим нарощенным ногтям. Они у меня не совсем дожили, просто я очень сильно стукнулась указательным пальцем. Я думала, что я его совсем там вырву, этот ноготь, но нет, он, слава богу, оказался целый, ну, свой родной, я имею в виду. Я решила полностью убрать ногти просто под ноль, потому что у меня здесь творческий порыв, мне хочется играть на гитаре. Кто не знает, да, я играю на гитаре. И еще один момент, у меня сломалась вытяжка. Конечно же, это было очень классно. В кавычках, конечно, классно. Какое-то время пришлось работать без вытяжки, это было ужасно. Я давно не дышала таким количеством пыли и гель-лака. В общем, девочки, без вытяжки очень тяжело работать. Покупайте вытяжки, кто этого не сделал. А вытяжку-то как сломала, это вообще смешно. Пилила клиентке ногти, и у меня просто ровно пилка упала в щель, где у меня лопасти вытяжки. Ну, естественно, лопасти сломались. Да прикол в том, что настолько мощный мотор, что вытяжка даже не останавливалась, она просто крутилась почти вместе с этой пилкой. Это было страшно. Вот, пилка, конечно же, в мусор, и вентилятор тоже в мусор. Поэтому последующие некоторые видео будут у меня без вытяжки снятые. Я их уже наснимала без вытяжки. И забегая вперед, скажу, что я заказала новый вентилятор, и мне пришел он, и я его приделала. Теперь у меня вытяжка работает, и слава богу. Сейчас у нас тут декабрь, народ так повалит перед корпоративами ногти делать. И я думаю, хорошо, что я успела сделать вытяжку и больше не буду кидать пилки в нее. Это только я могу нарастить ногти, а потом их просто все спилить до самого голого ногтя. Но это только я умею. Мои ногти не в самом лучшем состоянии, потому что я постоянно экспериментирую над ними. Такова судьба, видимо, каждого нейл-блогера, потому что все девочки, которые снимают видео, они постоянно экспериментируют на своих ногтях, наносят постоянно разную продукцию. Поэтому не удивляйтесь, виду ногтей блогеров. Во всяком случае, я от этого никак не страдаю. Да, ногти у меня и по своей природе очень тонкие. И еще я постоянно их спиливаю практически до нуля. На них у меня вообще мало что держится. Поэтому можете заметить, что они даже красноватые. Сделала я свой стандартный маникюрчик. Маникюр на правой руке у меня, конечно же, не идеальный. У меня обычно там всегда отслойки, потому что я не могу нормально прочистить птеригий. И иногда мне хочется просто сходить к мастеру, чтобы мне сделали одну руку. Но я думаю, это будет не очень прикольно прийти к мастеру и сказать: «Сделайте мне только правую».
Нанесла я праймер, тонкий слой базы Fior, просушила. Теперь я наношу камуфлирующую базу Fior. Мне очень нравится база Fior. Камуфляж чудесно выравнивается. У меня есть одна девочка, которой я уже 3 раза покрывала этой базой, она ее прекрасно наносит. И когда она приходит, она мне говорит, мне ту же самую. А вот и мой творческий процесс. Здесь я себе покрываю ногти на правой руке. Это очень-очень долго и нудно. Но вы видели, как все выглядит за кадром. И как обычно, мой любимый дизайн, абстракция полностью из головы по ходу дела. Возможно, вам уже надоели подобные дизайны, но ничего не могу с собой поделать. Мне такое нравится. Возможно, в следующий раз я нарисую что-нибудь другое. Может быть, у вас есть какие-то пожелания? Напишите в комментариях, как вам такие дизайны или, может быть, что-то построже сделать. Рисую дизайн гель-лаками Fior. Абсолютно хаотично. Все, что в голову, как бы. На мой канал, подписывайтесь на влоговый канал, там тоже иногда что-то бывает интересненько, и на 2 моих инстаграма. Всем пока!